Double kill. Тут уже бесполезно было, то есть ждать еще там полсекунды тратить. Я, кстати, все не буду, ну типа до саб 15-50 я даже выкладывать не буду. Нормальных игр не существует. Либо все игры нормальные, либо ни одной нормальной. Вот так. А как-то разделять на нормальные и ненормальные по каким-то абстрактным критериям, непонятным, индивидуальным и вообще каким-то надуманным и... Это бред. Психическим заболеванием, да, может. Это люди начитают свои МКБ и потом видят всякие болезни у себя и существующие. МКБ – международная классификация болезней. Это вот список всех болезней и критериев, ну, симптомов, по которым они определяются. И... Люди такие читают, такие, о, это у меня такое бывает, и такое бывает, и такое, ой, это про меня, вот. Ставить себе всякие диагнозы, хотя это только врачи могут делать. Я у психолога, или там у психотерапевта, или психиатра был, когда обследование проходил в больнице психиатрической для военкомата. И мне потом негодность выдали. Вот, там какие-то, типа, я уже не помню, что там было, ну, у них какие-то есть такие вот задания стандартные, но это именно у них, да. Обычно, конечно, да, ты приходишь, когда... Хотя нет, ты психиатр, психиатры лечат больных. Тебе, возможно, стоит к психологу именно сходить. Вот, потому что пока у тебя не диагностируется какая-то реально болезнь, ты сходишь к психологу, он посмотрит, если у него будут какие-то, ну, типа, подозрения на расстройство, то он тебя может направить уже там в больницу. Но если ты здоров, тебе именно нужен психолог просто. Там ты приходишь и сообщаешь о каких-то жалобах или, ну, о том, что тебя в целом волнует. Вот. Можно, кстати, даже не приходить, можно по скайпу есть, который по скайпу консультирует. Да, вот это проблема, да. Такое тоже бывает. То есть тебе надо хотя бы... А еще зачастую, ну, как чаще всего, по-моему, это бывает так, что у тебя одна проблема. Ты приходишь к психологу, и он у тебя как бы... выкапывает то, о чем ты даже не думал. То есть, поэтому... Скорее всего, то, с чем ты придешь к психологу, и то, с чем ты от него уйдешь, так сказать, это будут совершенно разные вещи. Но для начала все равно нужно какой-то сформулировать. Блин, почти 34 опять. Это спидран.
Вот, да, но это скорее именно... Ну, типа, психологи, я не уверен, что они так делают, на самом деле. Все-таки, мне кажется, у психолога... Психологи именно... работают с людьми, у которых уже есть какой-то запрос изначально, которые сами пришли к ним. И, естественно, ну, если они пришли, то они чего-то хотят. А психиатры и психотерапевты, психиатры, которые лечат именно психически больных людей, они к ним как их приводят, так сказать, именно уже они диагнозы ставят. То есть там уже понятно, что что-то не так. У тебя сейчас, ну, то есть, во-первых, нужно реально определиться, все-таки здоров ты психически или нет, то есть... Интересный вопрос, конечно. Я единственное, что помню от, значит, общения с психиатром или с психотерапевтом, не знаю, кто это был, что я когда к ним пришел, я очень боялся, потому что я вообще с людьми общаться боюсь, незнакомыми, я нервничаю постоянно. И я когда общался, я там чуть ли не заикался, как-то говорил очень так тихо, очень так неуверенно и реально был похож на психа. Вот. Обычно в жизни это не так выражается, но в некоторых ситуациях... Хотя вроде ничего такого, он просто, ну, задавал вроде обычные какие-то вопросы, там, ну, ничего такого. Какого-то там давления на меня не было. Но мне все равно было тяжело, и я как-то... Ну, с психологом, да, с психологами самое сложное, потому что хорошего психолога... Я не из тех, кто считает, что психологи вообще шарлатаны, и они нафиг не нужны. Я просто считаю, что хорошего психолога сложно найти, потому что, учитывая, что им реально очень легко стать, может попасться кто угодно. Как реально специалист, так и просто какой-то ноунейм. Просто какой-то чувак с улицы, который... получился какую-то бумажку, какие-то курсы, я не знаю, прошел, значит, экспресс-курсы психологами. Ну, блин. Ну, это, ну, говно, короче. Дня. Ну, что-то такое, да, типа, за две недели, там, или какие-нибудь онлайн-курсы в интернете, там, я не знаю, что угодно. Я зашнирал. Нет, в интернете я ни с кем не боюсь общаться. Это в реале. Лишняя легкая. Опять какой-то уровень непонятный. Самое изичное, как можно делать.
Но это именно до последних. Последним-то надо быстрее. Так, это 6. 7 сейчас. Во, нормальное добивание, наконец-то, блин. Блин, ну это близко к САП 1550 вообще-то. Да, это САП 1550 пейс, нормально, надо не затупить. Это с одним спасением получается, ничего себе, тут можно еще сейвить. .45 получается можно делать, но мне лень будет. Так, это пятый, да, сейчас шестой, надо не сбиться. Блин, все равно затупил. Полсекунды срал. Если ты не здоров, то никто этого не ощущает. А, нет, не в этом дело. А, я, кстати, могу включить видос про психическую норму. Есть очень хороший видос Петра Звонова про то, как определяется психическая норма и различные способы. Там есть статистический, там индивидуальный способ, довольно интересно, может быть, короче, если уж мы на эту тему подняли разговор. Ну, я притык САП 1550 сейчас иду. Маниакально депрессивный. Кстати, может быть. Похоже. Ну, просто я не... Ну, диагнозы ставить я бы не стал. Это не очень полезно и не очень правильно. Но можно прийти с подозрением, реально. То есть, вот, типа, прочитал в интернете похожие симптомы. Может быть, реально там определиться. Ну да. Ну все, это дроп. Ну да, ну по крайней мере пока что дроп. Я не говорю, что я прям однозначно никогда не вернусь сюда. Но в ближайшее время, ну реально, во-первых, что-то слишком много чипов и охота и Джеку Про дать тоже себя проявить, поэтому да, тут пока что оставлю. Может, потом еще улучшу, но это опять же, я не буду спасать карты, но хотелось бы, конечно, с двумя спасениями. То есть еще секунд 5 можно засейвить по моим стратам. Вот, хотелось бы просто топовый ран по моим стратам иметь. Такое оставлю, ну как оставлять... Мне просто не нравится, когда вот висят какие-то раны, которые прям вот не очень красивые, так сказать. И...
Ну, типа, пусть пока висят, но когда-нибудь я все-таки вернусь. Я всегда прям помню про то, что у меня там какие-то недоделки мои. Вот, но всему свое время. Есть вещи поважнее. Бутон вообще. Ну, кстати, нет, я бы сказал, что вне зависимости от того, будет ли там Джекпро меня бопать и какое время он сделает, я, наверное, все равно вернусь и улучшу даже сам себя. Просто чтобы сделать в ране два спасения без урона и нормального крокодила тупо сделать. Потому что, ну, все, ну, это единственная большая ошибка, так сказать, остальные незначительные. О, даже 48. Интересно. Надо бы еще пересчитать, наверное, потому что там по, ну, типа, если по фреймам, фиг его знает. Там может быть это и 49, на самом деле. Может, он рано сплитнул. Хотя я не знаю. Ну, или рано сплитнул, или поздно начало было. Ну, что-то такое. Но я не думаю, что модеры будут прям заморачиваться, пересчитывать. Хотя я не знаю, Нирал обычно пересчитывает все, поэтому если он будет проверять, то... Ну, может быть действительно 48. Спасибо за GG, Юмашев, Постел, Эмиль.